мы не можем сказать автору, пишите, пожалуйста, с простыми предложениями, да, употребляют ли те или иные орфограммы. Да. Автор отдает себе отчет в том, что он пишет диктант, но у него есть своя авторская позиция, свой авторский стиль и свое желание высказать свое авторское мнение. Поэтому и переписывать за него текст мы не можем. Конечно, мы работаем с ним на предмет того, чтобы там на корректуры текста, если действительно человек, не дай бог, где-то ошибся. Ну просто ошибка там, да. Вот. Но какие-то моменты мы действительно там уравниваем. Но опять же, мы предлагаем это делать автору. Автор идет в каких-то местах на встречу, но он не будет переписывать текст от